Выборы президента, особенно в сегодняшнее время, для меня лично, ну и для моей семьи играют большое значение, как и для всего российского народа. Мне кажется, в условиях санкций мы должны еще раз показать свое единство, и вот от того, как мы проголосуем, будет зависеть многое в дальнейшем развитии России. Вновь избранный президент должен быть сильным, должен вывести нашу страну на новые рубежи, так сказать, развития современного. Страна в настоящих условиях может развиваться только при сильном лидере, при лидере, который, прежде всего, любит свою страну, который очень тонко понимает потребности народа и который ведет нашу страну, так сказать, ну, к новым рубежам.